Выставка пожарной техники, мастер-классы и хоккей с шайбой. Это и не только. Ждали всех желающих на всероссийской акции МЧС за здоровый образ жизни. На территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Лидер» ульяновские пожарные и спасатели подготовили для своих коллег, родственников и друзей настоящий спортивный праздник. Всем участникам выдалась возможность принять участие в массовом катании. Сперва огнеборцы веселой змейкой прокатились по периметру. Затем, разделившись на две команды, приступили к товарищескому матчу по хоккею с шайбой. Тем временем на площадке перед Ледовым дворцом развернулась выставка пожарно-спасательной техники и оборудования, где ребятам удалось побыть в роли спасателей. Целью данной акции является то, что показать работу пожарных не только в своих работу пожарно-спасателей, не только в своей повседневной деятельности, но и в свободное от службы время они занимаются, повышают свою физическую подготовку, занимаются спортом. Спортивно-массовая акция «За здоровый образ жизни» родилась в 2013 году. Акция проводится во всех регионах России и год от года собирает все больше участников. Дарья Сударева, новости Ульяновской правды. We'll be right back.